Привет, братишки и сестренки, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ник Фрост, и это очередная сборочка. Чья сборочка, я не помню, так как я недавно, вчера я грохнул этот файл с описанием сборки. Чувак, ну ты его узнаешь, это отряд регенераторов, ты его предложил, здесь, значит, Джейсон-регенератор, Мелина и Скорпион. Я бы засчитал полностью твое сообщение, но реально его искать, там так много написали, это мне, блин, все комментарии перерывать. За несколько дней. Если я ничего не путаю, а не должен. Играл же я в тот день, когда вышло обновление на Такеду, когда я, у меня там был такой насыщенный день, я забецал 4 ролика и потом пошел в бассейн и, короче, решил сыграть твоим отрядом. Как раз там аккумулятором Алёха зарядился и все было хорошо. Но потом ты узнаешь, что случилось. Это будет сейчас. Я посмотрю 1, 2, 3. Это будет четвертая битва. Я даже думал не выкладывать ролик сперва. А потом подумал. Время я потерял. Почему бы и нет? Значит, что сейчас происходит на экране? На экране происходит... все по очереди регенерируют. Пока Мелинка там с кем-то дерется, идет регенерация, остальные копят силу. Выскакивают, выполняют второй прием, регенерируют, делают несколько ударов по сопернику, сваливает. Появляется там у Джейсона регенерация. Все, начинаем регенерировать, делаем несколько ударов и сваливаем. Так и играем. И в принципе первый бой затащил без особых проблем. Посмотрим на таймер, сколько тут я с ними парился. Ну давай скажите, блин. 50 секунд, ну не лучший результат, но пойдет. К тому же я не фанат этих конченых смешанных отрядов, как вы знаете. Вот здесь снова преисподняя, внешний мир, спецназ и кто он, мастер одновременно. Я такое не люблю. Ну и почти никогда не мешают, только в редких случаях, фракции. Типа не фракции, а цвет карты. Там золотые с серебром, там золотые с алмазами, я такого не делаю. Но иногда под настроение, или там по просьбе, или чем-то меня заинтересовала сборочка, здесь она заинтересовала чисто регенерацией. Я делаю исключение. Так, вторая битва начинается, блин, со смены Мелинки. Мелинка, блин, отлично отыграла. Все-таки валит она зверски. По-моему, я даже на нее молот поставил, я уже не помню, но, наверное, я ей поставил молот, чтобы она валила, так валила. Чтобы мало не казалось. Можно было бы урон Джейсону подтянуть. Чтобы он не так хлипко выглядел на фоне Скорпа и Мелины. Ну, я решил, что пусть один боец у меня будет такой чисто имбовый. Я буду его беречь, к тому же у нее и жизни до хрена. И 4 шмотки на ней. Как бы она удар должна держать. К тому же, постоянно задрачивать вот этим приколом после смены. И в принципе все, я тут, блин, нагибал, как я не знаю что. Кстати, как всегда, записываю... озвучку чуть позже. И вот сейчас с вами общаюсь и думаю, как же назвать этот ролик. Вот как его назвать. Смотрю я на битву номер 4. Ух, ё-моё, сколько она будет идти. Я реально, кстати, должен сказать по поводу того, как я играл. В этот день было нереально оживленно, и мне постоянно мешали. То есть реально я прям, не ставя игру на паузу, ну я ведь ее пересетаю ролик пишу, я несколько раз пересаживался. Это было странно. Но, блин, постоянно кто-то приходил то голову, блин, посушить, то родители чьи-то пришли, там фен включили, то еще что-то. То одна там тетка вообще тупо нагло чуть ли не на меня свою сумку поставила, козлина, блин. И я вот это несколько раз пересаживался. Это все было у меня в битве номер 4. Она там была длинная достаточно, и я реально уже скучал. Скучал в том плане, что слишком долго длится замес, и, короче, блин, мне реально мешают. И я уже думаю, это будет, что будет, по-любому... Вряд ли я затащу ее. Ну, короче, блин, я не знаю. Как они вообще на меня смотрят? Не знаю, та бабулька возле меня села, блин, и пялилась, как я играю. Че, не видела 30-летнего мужика, блин, который играет в Mortal Kombat? Странно это все. Ну, здесь, походу, я тащу. Правда, там я вижу Рейдена, блин, странный рентгенчик накопился. И это, блин, отстойно. Но, походу, я, наверное, затащил. Ролик еще будет долго идти, но я надеюсь, что затащил. В тот день не вышло записать, и это самое, мой друг наконец-то приобрел игровой ноутбук, и мы как засели PlayerUnknown Battlegrounds. Как засели, блин, трындец, я там, блин, не знаю, лег в 3 часа ночи, блин. И вчера в 3 часа ночи лег, блин, мне уже глаза от него вылазят.
Но пока выложить нечего, там было несколько у нас побед, конечно, четвертые и третьи места, играем мы в дуо. Дуо против сквада, дуо против дуо. Ну, надо немного как-то наладить нашу речь. Там такое количество матов, что я просто боюсь это выкладывать на канал. То есть, походу, 50% матов, 50% речи, так что я еще подумаю, в каком формате это дело все выкладывать. Так, ну здесь, походу, блин, я задрачу всех сменой и регенерацией. Вон, пока Джейсон, бедняжка, регенерирует, почему бы не поиграть милинкой. Забавно смотреть это через спустя 2 дня. Что, блин, здесь происходило? Кто его знает? Хорош, хорош, хорош. А ну, накоплю я на рентген или я забью? Да, блин, Николай, это на тебя не похоже. Ну, в принципе, почему тратить рентген на чувака, которому один раз вальнуть осталось? Это разве что я смог тупануть и такое выполнить. Этот долбанный Люкан регенерирует, блин. Что-то я смотрю, он там 2 у меня реально покоцанных бойца, но, блин, должен этот раунд затащить, не знаю. Долго идет процесс, я говорю, мешали, блин, просто трындец. Это был, что это за день был? Это была пятница, кажется. Да, это была пятница, блин, сокращенный день в школе у моей дочери, блин. Мало времени было на запись, я в это дома еще поиграл. Хотя, как вариант, можно забить на это дело и ходить в тренажерку. Да, да, но мне больше нравится играть в Mortal Kombat. Да, бля, Рейден получил пиндюлей. Так. Так, а сейчас будет самый смак, самый смак. Сейчас будет ролик, в котором я просто ходил по залу и двигался, совался, блин, отодвигался, блин, и смотрел на этих чуваков. Так, и я уже встречаю его, по-моему, несколько раз. Это какой-то Позюзо. Поузюзо. Поузазо. Хер его знает, как это читать. Ну, глянул, как обычно, думаю, ну, скор, как скор. Ну, а то, что он хомяк, я уже забил. И, возможно, можно было как-то тут сыграть иначе, возможно, мне дадут какие-то отдельные советы, но я реально уже устал. У меня, во-первых, тяжелый день был, и, блин, я реально подустал и уже плюнул, думаю, блядь, задрали, надо уже, чтобы он хоть как-то закончился. Сейчас вы поймете, почему. Вроде бы неплохое начало, да, у этого пидора жизни не забираются, но Николай не сдается. Думаю, ну что за нах, блядь, да? И тут он нанес удар. И только чудо спасло Джейсона под названием, блин, фокус, блин, номер один, который умеет делать этот Джейсон. Вроде бы у Рейдена жизни забрались, да, ни хрена себе. Вроде бы у него жизни забрались, но долбанный щит не дает ничего толкового применить. И, походу, рентгенчик. Еще и рентгенчик у Рейдена. Так, ну тут делаю, что обычно, и ни хреново она получает. Тут я реально меняюсь, думаю, сука, падла, сейчас выполнит рентген, будет мне херово. Меняюсь, он четко ставит блоки. Скор получает по рылу, просто ни хреново. Тут я тоже решаю его притащить, так как мало ли там еще не... Блядь, ну тут он реально мало шатался, почему-то очень мало. Я тут уже собирался, я почти всегда это делаю несколько ударов, а потом спецприем. Я не делаю спецприем просто, я его совмещаю с комбо. Ну и тут пошла вот эта моя петрушка, меняюсь. Но тут, видите, один Рейден, блин, у нас всех. Короче, один удар, и он нас выносит. Тут нас спасает либо скорб, либо щит, либо фишка с поднятием у Джейсона один раз. Тут Люкан, да, ну я, как обычно, делаю стандартную свою хреновину. Вроде бы она наносит зверского урона, ну, вы заметили по другим бойцам, да, они загибались сразу же. Но как-то не Люкан этого особо не чувствует. Валю, походу, первым, пока полоска, чтобы смена появилась, недоступна. К этому моменту скорб уже нормально так регенерировал, то есть можно его выпускать. И он спецназовец и мастер, то есть, по идее, этому пидору в желтом он должен наносить нормальный урон. Что-то я там подрыгался, решил выпустить Мелину. Мелина снова выскочила, и, походу, блин, второй прием, как обычно, блядь, на 100% он всегда, блин, помогал. Должен, сука, валить просто бешено, к тому же я на 100 набрал, но Скорпион сказал «Сосейшн», и Милинка забрала только у себя жизнь. В очередной раз ее спас, блин, щит. Ух ты, блин, тут я решил запилить рентген, это, конечно, было неожиданно. И я знал, что Люкану этого не хватит, но думаю, ну, бля, надо как-то разнообразить этот поединок, так как он уже длится хер его знает сколько, 2 минуты, и я реально уже затрахался, блин. И это же я
Для справки еще пересаживаюсь. В этот момент, когда мне начали делать рентген, сел какой-то мальчик рядом сушить свою башку и начал пялиться, блин, мне в смартфон с такими, блин, очищами, а его бабуля, блин, сушила ему башку. И он такой, типа, ух ты, Mortal Kombat. Походу пришлось еще раз пересесть. Во время рентгена пересаживался. Тут я уже, блин, не помню, что я тут делал, короче. Эта писька снова, блин, включила регенерацию, короче. Мало того, что они и так как-то не особо, блин, поддаются ударам, так еще этот гандон постоянно регенерирует. Снова, блин, Мелина нанесла себе колоссальный урон, а не тому пидору. Может, это защита Центуриона или еще какая-то порнота, я не знаю. Я, блин, не вникал. Ну, походу, это чувак, это не читер, это просто бог Mortal Kombat. Да-да-да, у него просто круто укачанный талант, он все четко распределил. И нихера не читак, да-да-да-да. Короче, я реально устал от всех красной жизни, я решил, что пора кем-то пожертвовать. Ну, что-то долго они не могли убить никого из моих. Я реально уже хотел просто закончить бой. Ну, типа, блин, суки, добейте меня уже, и все. Так как меняться по кругу, я реально уже затрахался. В очередной раз я тут, наверное, выполню прикол с Мелиной, и, наверное, снова она себе получит. А, нет, на этот раз она, ну, смотрим. Да, получила она пиздюлей, как обычно, сама себе, ну, короче, нанесла урон, да, ну, блядь, я не знаю, я реально устал и думал, когда же он, сука, закончится этот раунд, да убейте уже кого-нибудь из моих, и то есть и я его не могу убить, и они не могут убить, и просто вот это, блин, по кругу, это реально, блин, меня закумарило. Тут, скорее всего, снова будет второй прием. И я надеялся, ну, сука, ну когда же ты, блин, пробьешь, ну хотя бы раз ты когда-то, блин, нанесешь нормальный урон. Снова, блин, Мелина получила, блин, пиздюлей сама себе, короче. Тут я уже, надо было делать регенерацию, но я реально хотел закончить бой, и я уже начал первый прием делать. Не то, как я обычно играю, вы же видели, обычно я включал регенерацию. Но здесь вышел Джейсон, неудачный вариант, поскольку, блин, он не наносит урон Скорпиону вообще, ну, потому что, блин, преисподняя. А тут еще мало ли, может, из-за того, что он читер. Кстати, а да, Крапаль Мелина наносит. Да, вот это удары по 1000. Ну что это такое? По 1000 урона, блин. Ну, это Мелина, да? Мелина, у которой под 50 косарей урона. Блин, я уже реально даже комментировать уже запарился, когда, сука, этот раунд закончится. О, наконец-то, блин, прибили Мелину, ну наконец-то. У меня те же чувства, которые были тогда в бассейне. Я реально так, блядь, устал. Уже думал, ну когда это, блин, все закончится. Я не затащу, я это уже понял после первого спецприема, когда у них жизни не забрались. Можно было бы как-то до рентгенов дотягивать или еще что-то, но вряд ли бы я дотащил до рентгена. Зато у этих гандонов, у обоих уже, я вижу, есть рентгенчики. Тут я не знаю, что я делаю, либо второй, либо первый. Либо вообще уже стал игнорить все, а не, я решил выполнить таки второй прием. Решил выполнить второй прием. Кстати, ну почти Скорпа завалил, но, наверное, не завалил. Да, тут он как-то четко так они становятся в блок, просто нереально. Все, я надеюсь, это конец, так как реально я уже запарился это даже смотреть. Короче, сколько длился этот бой, мне трудно сказать, но, наверное, 4 минуты точно ушел, возможно, даже 5. Фу, да, это был конец. Конец, и я такой, фух, что делать с роликом, выкладывать, не выкладывать. Такой думаю, ага, здесь еще есть 3 полосочки энергии. Думаю, блин, может еще разочек сыграю, не буду их раздевать. Вот специально думаю, сыграю еще разок, не буду их раздевать. Понимаю, шансы, что выпадет хомяк велики, но думаю, бля, не буду раздевать, так как, ну, это снова потрачу время, пока шмотки сниму, пока, блин, их одену. Думаю, так, блин, зайду в бой. И вот, я там немного выждал, подумал, нажал одна битва, там силы только на одну битву. И такой, о, дебил, круто, дебил. Ну, думаю, ладно, сыграю против дебила. Только это дебил, единичка меня смутила. Я не был уверен, читак он или не читак. И даже сейчас, блин, 2 дня прошло, я не помню, чем все закончилось. Но длительность вроде бы небольшая. Либо меня очень жестко нагнули, либо я затащил. Давайте посмотрим. Тикс. Фойт, ну, блин, первые удары, и вроде бы жизни у него отбираются. Тут я хрен его знает, что делать. Не бить же самого себя. А, кстати, нифига себе, жизни у него отбираются. Да, жизни у него отбираются. Вот так, это был, походу, наверное, не читак. Да, раз жизни у него отбираются, все, чики-брики. Все, первый пошел. Хоть он и подписался, что дебил, но какой-то он неправильный. Мелинка вроде бы зверско так засадила Скорпу, но моя уже тоже готова вступить в бой.
Так, нам нужна еще одна Мелина, которая будет в маске выступать, так как на этих уродин я не могу смотреть. Ну все, тут уже стало все давно понятно, что это либо читер, блядь, дебил, либо читер, который как-то неправильно читерит. Ну и все, тут уже было все чики-пики, я тут спокойно доиграл и подумал, ну ладно, блин, выложу. Выложу ролик, можно будет прикольнуться, что там название с дебилами, но это уже реально надоело. Короче, вот сейчас заканчивается ролик, я еще не знаю, как его буду называть. Ну все, надеюсь, это конец для Рейдена. Да, это был конец, ребят, это был конец. Я выложил этот ролик, лишь по той причине, из-за вот этого четвертого, блин, боя. Какой же он был муторный. И видно, что ни я не затащу, ни комп не может сходу взять и расправиться со мной. Ладно, ребята, осталось буквально, блин, пара сек. Все, прощаюсь с вами, до скорых встреч на канале, всем удачи, пока-пока.